жила была одна семья, вот, у них не было детей. Они все мечтали о детей. А один день к ним пришел старик и сказал мужу: съезди в Италию, в собор Святой Марии, поставь свечку, и потом у вас будут дети. Прошло 10 лет. Идет старик и видит знакомый дом. Звонит, открывает девочка лет 9. Здравствуй, девочка, где, говорит, твои родители? Вы, говорит, заходите, старик, заходите. Заходит девочка и старик. Заходит в зал, старик видит много детей, а взрослых нет, и спрашивает: а где, говорит, твои родители? Мама, говорит, рожает 8-го ребенка, а папа, говорит, поехал в Италию задувать какую-то, говорит, свечку.